хорошо. Приготовиться. Как раз оттуда солнышко идет, оно тебе не будет мешать. Почему мне не пишут на кадрах число? Да ладно, ты смотри, давай снимай красиво. Нет, он должен помимо часа писать и час, время, да, и число. Ну, писать, да. Тогда, ну, знаешь, как-то... Какая-то функция еще надо нажать. Ну, что-то нажать надо еще. Да, и все. Ты, тогда, знаешь, вот, снимай сегодня, да, значит. Да, это очень удобно. Ну, пусть даже и того часа. Да. Да, все равно. Я хочу сказать, это там ты просто не доделал. И разобрался. Почитай еще. Да я вообще инструкции не люблю читать. Ну, я понятно. Все опытным путем дохожу. Ну, так, вот. Или сломается, или будет хорошо работать. Да, или будет работать. Ну, работает. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока работает. Потому что солнышка нету. Где? Там, потому что я говорю, там солнышка уже нету, потому что горка закрывает. А здесь еще, видишь, хороший обзор. Сколько? Но солнышко быстро. Без 15,7. Без 15,7. Сейчас я хочу просто чуть-чуть это тамань поснимать. Я смотрю, она так ясно так, видна, да. Не? А? Ясно видна тамань. Очень говорит. Хорошо просматривается, да. И вот мост виден, как он идет, вот очень хорошо. Видишь, так, если снимаешь, вот сейчас вот. А ты или тебе не видно? Вижу. Смотри, сейчас мы идем на Тамань. Видишь, идем на Тамань. Во-во-во-во-во. Не, это коса. Да, ну это коса, я вижу, вот сейчас. А Тамань там дальше. Дальше, да, полоска такая. Вот она, да? Да. Сейчас я максимально приближаю, и без понятия, что она там что-то будет. Видишь, она убегает. Это надо, видишь, кривая, вот эта полоска должна быть ровная. Ну так держи, да, эту херню, да. Хорошо. Так, во-во-во-во-во, вот, вот так вот, да. Вот так. Да. А потом начинает сдвигать. Во-во-во. Сдвигать, видишь? Ну правильно, так и ну, должно так быть. Вот, да, типа, это так и должно быть. Ну теперь вот залив. Теперь ну залив выходной сейчас. Что там стоит? Залив снимай, да. А теперь залив снимай. Ой, хорошо. Хорошо, и ветерочек, не жарко. Отлично, просто отлично. И не холодно. Просто отлично. Такая погода, то, что надо. Да. Это значит, это самое, как ты сказал, вот это? Я вышел. ТЭЦ. Это ТЭЦ. Это то, что вам дает электроэнергию, это да? Это то, что нас обогревает зимой, да. Ага. То, что чего нет там, как нам идет, да? Тепло, да. В Керчи должны что-то вот еще построить. Я... Вот то, что вот, по-моему, Симферопольскую улицу. Слушай, смотри, вот это, смотри, уже... вот это Тамань, да, эти баки. Да, а вот там. За кранами. Это переправа. Тоже Тамань? Там как раз корабли останавливаются. Но это Тамань? Нет. А там нету это? Уже вообще. Тамань вот так вот и заканчивается где-то. А это Черное море туда уже. Не, ну а за кранами, видишь, корабли какие... стоят на рейде. Это столько кораблей. Вот сейчас вы хорошо понимаете? Видно Эдика дачку. Ну, Эдика на дачку? Хорошо, да. Вот сейчас можно. Да. Желтая, а за ним сразу Ивоная. Вот сейчас желтая, смотри, желтая, хорошо, как это дохожу. А ну-ка. Ну я не знаю, так пройду. Не, вот иду сюда, во. Во-во-во, желтая, вот это вот, по-моему, ты навел. Сейчас да? Приближаю. Вот это. А за ним Эдиковые там хоромы. Да. Желтая закрывает немножко. Ну просто так, как говорится. Да. Что можно было? Ой, отлично. Да, и все. И снят фильм, не? Да, на да, треноге. Да, вот, да, не надо песка. Да. Вот тогда, когда купался. Да, вот там я купался. Вон там. Вон там рыбак сейчас как раз какой-то. А это здесь любят пить пиво? Да, но нет, забрать, вывезти или вынести. Сиди тут. Камень это алкогольный. Смотри, это алкогольный сколько. Камень. Да, это он много а чего. И... Если его историю взять, то тут, да. Тут можно были и трагедии какие-то, да. Буйки по а пьяни. А вот если тебе рассказать, тогда у нас вот по этой ну, лестнице, вон там тоже гаражи есть, вон там. И вот там мы жили с Машей. Где? А вот смотри где. Вот белое здание, а чуть-чуть дальше там гаражи. А вы вот жили вот как, это. В смысле? Ну, в гараже гараж снимали, у Максима. Но наш... не было своего, да? Да? У нас не было жилья. Угу. Где что, как. Если бы мы с Людкой жили, ну, примерно, Тесис, так. В Римбертове тогда на этом, да, на складах. Ну, вот, ну примерно так, а мы в гараже морском жили. Ну, да, таком, вот ну, там, вот. Низкий там, все, там лодка стояла и... Ну ясно, а это была людей, еще одна комнатка, слушай, и испытания там людей сближают. Да. Или разлучают. Совершенно. В вашем верно. Случае. А у нас получилось, что. Слушай, смотри, вот там вот кусок лесо. Такой, вот здесь зеленая, да, и такой впадинка такая, вот.
Да. Вот это может быть, я не буду говорить. Я сейчас наведу, приближу, но я... Я вижу, да, впадинка, да. Вот, я на нее навелся. Или овражек, или, может быть, от бомбы. Но от бомбы это многовато. Нет, многовато. Это очень хорошее. Но я сейчас как раз его, это самое. Да. Ну ладно, а мне вот, надо... Вот давай-ка, знаешь что, дружочек, вот. Что? Иди сюда, парус, где мы будем героями. Белый парус. Не знаю. Вот он, красавец. Где? Вот, Леша. А, вижу. Ну, пожалуйста, вижу, да. Сними его, хорошо видит. Значит, это Героевка. Это белый, это Героевка, да. Я хотел это последний Героевка. День, думаю, в Героевку, ну вот и побывал. Вот и побывал, да. Парус увидел. Вот это, да. Ну ты был там, мы в проезде. Не, ну я имею в виду. А теперь вот такое дело. Сейчас. А теперь вот такое дело. Ага. Да. Ну, добро. Ладно, еще раз я буду сейчас переключаться, бо я не знаю, сколько у меня осталось. Хочу чуть-чуть все оставить на завтра. Ну, добро, еще снимем. Что ты говоришь, солнце как уже нашло? Я говорю, хорошо, как солнце все-таки опускается. Да. А как только опустится, здесь сразу темень. Что ты зачем солнце снимаешь? Я люблю солнце. Ну, вот ты молодец. И оно мне, когда я на него снимаю, оно, знаешь, оно глаза тебе... не светит. Ну, это тоже не дело, солнце снимать. А как? Ну ты дай. Слушай, смотри, что это, облака такие или что это, вот эта вот полоска? Это полоска, да, это облачко. Да нет, все нормально будет. Ну, странно было, если бы сейчас, я говорю, вот так бы, если был все такой нормально. Половчей, помолодей, так, да, пробежался. Не, пробежался. Ну, можно. Не, пробежался, окунулся, вернулся, да. А без этих вот. Я так и делал 60 лет. И 61, и 62. И все хуже, и старее становится. А сейчас уже... Представь, вот сейчас... Хотя я думал, я так буду делать, я буду жить вечно. Окунуться... Да, растереться. А потом это... Растереться, да. Лежать целую неделю больным. 30 лет. Вот и тогда ты будешь здоровый и молодой. Здорово. Далее. Слышишь, а вот за этим мысом видно чуть-чуть это, да, Войково, это, да? Да, другой мыс, это тот, мыс этот самый. Нашу бухту, да? То мыс, это называется мыс этот самый, как его? Ну, я не знаю, ну, Фиолет? Нет, Фиолет. Нет, какой-то Фиолет, это зовут, да. Войково. Ну, зовут Войково там, ну, дальше, немножко, ну, понятно. Да, мыс-то как-то иначе. Вот эта вот балда, которая там переправа и все. Да. Да. Надо никому. уметь. Внутри рема плывет почти. Где? как в Древней Греции. А, ну так. Беленькая такая. Серая. Беленькая, вот так, а та красненькая. Подходили. И красненькая. Ну, красненькая — это сухогрузная боржа, такая чисто. Да. Боржа. Так ты говоришь, это все корабли там? Где? Вон там. Ну да, но это все завод. Не, стоит. Там, за далеко. А, да, Леш, да, поверь. Это все корабли стоят, да, на причале, что? На приколе, ждут, и проверяют там, пропускают. И что, подплывает катер, да? Ну, к таможенникам, да. Ходят на борт. Пограничники, таможенники, туда-сюда, все, да. Эти карты, там, книги, которые, там, эти самые судовые разрешения всякие. Ну, добро, Жикуля, ну, я тут заканчиваю. Да, все хорошо. У нас все хорошо. Семеновна, спускаться? Ага. Вот там на холму, там машинка. Понял, сама, а там камушек есть. Вот оттуда Леня все снимал. И там как раз солнышко садится. А посвящалось всю нашу панораму. Ну, так сказать. Я хотел нести это на себе, эту морскую воду, а потом подумал. Там от нее уже ничего не останется, кроме грязи. Это он помылся и все.